Добрый день. Мы сегодня сделали несколько удачных снимков дронами двумя, и один из них это Mavic 2, Mavic Zoom. Снимал Евгений Басин, и он сейчас будет рассказывать вам про некоторые моменты, которые для него являются значительными. Вот мы сейчас смотрим на эти дроны. Вот он, Евгений, собственной персоной. Женя, начинай рассказ. Привет из Израиля. В общем, я хотел немножко поднять тему насчет сумок и самого собой. То есть как калибровать правильно. В каждом дроне DJI есть переключение с обычного режима и в спорт режим. И вот, здесь есть кнопочка, то есть вам достаточно 3-4 раза, точнее 4-5 раз переключить ее, и на экране у вас появляется, что вы можете ее автоматически переключать. Точно такое же находится на Mavic Zoom. Вот режим, где переключается от tripod и в спорт режим, то есть 3-4 раза вы переключили, и появляется знак того, что вы можете его откалибровать. Вот, калибровать дрон правильно, любой дрон, как бы вы не взяли дрон, правильно калибровать его против часовой стрелки. Вы ворочаете его вот так, и потом наклоняете, и точно так же до того момента, пока у вас, например, на Mavic Zoom появится ОК, а на Phantom у вас уже ничего не появляется, у вас появляется сразу, зажигается зеленым, и он загружает там спутник. То есть перед тем, как вы куда-то собираетесь лететь, то есть очень обязательно его откалибровать. Теперь по поводу рюкзаков. Этот рюкзак я купил за $50. Он очень удобный. 8 километров можно с ним ходить запросто. И при этом ты можешь очень... Покажи его, пожалуйста. Расскажи, что ты тут, что мы тут видим. Здесь помещается 3 батареи. Можно даже 4 батареи. Покажи батарею, пожалуйста. Вот, вот. Батарея от Phantom. Вот. То есть здесь есть специальные резинки. То есть закрепляется, все очень удобно. Есть еще одна, да? Еще одна. И здесь можно также поместить третью батарею. Вот он, пульт. Вот, который здесь вы уже видели. Да, пульт помещается. Этот пульт можно закрыть. То есть он никуда от вас не уйдет. И тут даже вот есть место для бутылочки с пепси-колой. Да. И большая бутылка, кстати, тоже помещается. Здесь сбоку тоже карманчики есть. Сколько весит всего в снаряженном состоянии? Ты не взвешивал? Дрон сам весит 1.5 килограмма. Нет, я имею в виду рюкзак целиком. Я не взвешивал, с дроном вместе. Но я думаю, что 5 килограмм. Ну да, где-то так. Вот. И здесь впереди тоже есть. То есть вы можете положить кошелек. Там зарядку. О, замечательно. Этому для некоторых интересующихся идеальное место. Вот. Что касается вот этой фирмы Gutech, или как она там, я не знаток типа. Gutech. Вот. Да, она удобна. Ты можешь, например, все очень удобно, то есть там две батареи сюда помещаются, ты можешь, например, положить пульт, там зарядку, шнуры, то есть все очень удобно, хорошо помещается. Но есть очень серьезный недостаток в этой сумке, это вот эти хлястики, которые сами мешки, которые цепляются. То есть мне пришлось нитками пришить к этой, потому что они элементарно просто у вас падают. Когда вы покупаете за 6100 шекелей такой дрон,
Сколько это в долларах? В долларах, ну, где-то 1400-1500 долларов. Вот. Угу, и когда у вас эта сумка падает, то у вас неприятное ощущение, как будто у вас сердце все это обрывается. То есть это большой, огромный недостаток в этой сумке. То есть в ней опасно носить дрон, потому что он может упасть. То есть вам надо обязательно, если вы хотите купить такую сумку, то вы должны там пришить, закрепить, потому что она у вас по-любому упадет. Тем более у нас здесь в Израиле жара. Эти ремешки, они здесь нагреваются, они становятся мягкие, и они очень легко сбрасываются. Что касается полетов, мы здесь очень удобный рюкзак. Кстати, он стоит 50 долларов на Алиэкспресс. То есть недорого. Эта сумка тоже стоит 50 долларов. 50-60 долларов. Вот. Теперь немножко о полетах в Израиле. Если вы хотите снимать в Израиле возле Бахайских садов, то рекомендация не подходить к охраннику. Если вы просите разрешение на съемку охранников, они вам ее не дадут. Вы приходите на эту площадку, которую сейчас Антон снимал. И с этой площадки вы можете потом производить съемку, то есть запустить дрон, подлететь не сильно близко к территории Бахайских садов. Дай мне минутку, я подойду, сниму немножко, чтобы поняли, что это за Бахайские сады. Покажу немножко это место. Вот Бахайские сады, это вот этот вот комплекс, который мы видим внизу, с единственным в мире храмом Бахаев, религией Бахаев. Вот, и вот здесь вот как раз, как Женя уже сказал, снимать вам не разрешат. Вот. Единственная вот эта вот территория, которая здесь показана, здесь это не как бы не включает их территорию. То есть вы можете здесь дрон поднять, подлететь на какое-то близкое там расстояние и сделать видеосъемку поближе, приблизить там Бахайские сады. Но лучше всего снять, конечно, Mavic Zoom. Mavic 2 Zoom. Он лучше всего снимает их. Почему? Потому что у него четырехкратное увеличение, если вы снимаете в 1080 или в 4К двухкратное увеличение. Угу. Очень удобно снимать. То есть можно подкрасться таким образом, да. Подлететь поближе и увеличить кадр. Да, то есть можно подлететь туда и сделать съемку именно Бахайских садов приблизить, потому что здесь бы как не разрешают. То есть могут вызвать полицию, у вас могут быть там штрафы, проблемы и тому подобное. А если касается, к примеру, вокруг этой территории, вы можете ее снимать. Здесь нет ничего такого, как бы запретного. Естественно, будьте осторожны, когда вы снимаете, если вы увидите какие-то военные заборы или военные территории, то там очень строго запрещено снимать. Ну, все. Я думаю, что на этом мы заканчиваем. Вот. Я, как всегда, вам желаю здоровья, любви и финансового благословения, чтобы у вас все в жизни было хорошо, и чтобы у вас не было никаких проблем. То есть, до свидания и пока. 24 июля 2019 года снимал Антон Израилевич. Да.